Здравствуйте. Как ваши дела? Ничего, нормально, паспорт. Что, работаете? Да, конечно, и будет. Думаете? Конечно. Есть без вариантов даже. Даже без вариантов. Кому? Что, кому? Кому вы сейчас? В канцелярии. Ну, понятно. Нельзя? Канцелярия, можно. А? Можно, можно. Можно? Вы что, не слышите, что ли? Все вы слышат, а вы нет. Здесь без вариантов даже, представляете, что я здесь буду работать, пока сам не буду. Это вы так решили? Я понимаю, да, это я так решил. Вы начальник ФССП? В чем начальник? А как так вы решили? Да, ну, начальник-то что здесь скажет? Ничего не решает? Не, он что вообще может сказать? То есть ваши слова можно ему передать, да? Передайте, конечно. Передайте мои слова. Он тут, получается, ничего не решает? Ну почему? Это ваше слово, ваше убеждение, можете хоть что делать. Вы сами сказали, пока сами не решите. Я пока сам не решу, я не уволюсь. Вот когда сам решу, я тогда уволюсь. Понимаете? А вы когда решите? Я не знаю. Все зависит. Всего. Смотрите, пожалуйста. А какой кабинет? Пятый кабинет секретарь. Слева. Слева. Благодарю. Слушай, я могу от того, что у меня какие-то планы. Не надо спину разговаривать, пожалуйста. Вот. Определение не читал? Нет, потому что... Вот это абзац. Протокол. И такой высылали, да? 17.8. Он бибанет на нас пытался подделать протокол. Мировая судья. Они сфабриковали на нас протокол 17.8. Судебные приставы. Это что за судья фамилия у нас? Мировая судья в Ленинском районе. Там же на шорсе только правое лицо. Судебный участок номер один. Мировая судья. Но они сфабриковали протокол. И направили сразу этой мировой судье. Она им завернула, типа вы подделкой протоколов занимаетесь. А материалы по 17... Там факт по правонарушению есть, есть. Какие проблемы? Ну так, занимайся необычайным вниманием. Пожалуйста. Так вот же... У вас видео даже есть, посмотрите, все видно. Так вот, постановление вам завернули. Ваши материалы. Сделаем и заново перепишем. Снова будете использовать корректирующую жидкость? Конечно, корректирующую сделаем. Надо ты. Он бесстрашный, бессмертный. Конечно, такие уже. Думаете, мы вас что ли? Неприступный пристав. Так вы же сами сказали в суде, когда вас, когда вас допрашивали, что вы боялись. Нет. Нет? Не говорили? Нет. И руки у вас натряслись, да? Нет, конечно, не тряслись. А такие, как вы, что ли, трясистые? А какие мы такие? А какие мы? А какие мы такие? Провокаторы простые. Провокаторы? Да. А чем вы вас провоцировали? Тем, что мешаете работать. Даже сейчас? Все. А ты что, работаешь? Это разговор закончен. Так вы же сами начали. Реши, Антон, что будет? Ну не сидит с человеком пообщаться охота. Твое дело, сделаем, Антон, пообщаемся. Если желание еще будет. А что же вы до сих пор в мировой суд уже 20 дней прошло, 23 дня, до сих пор материалы не направили? Судья возвращает материалы, мы их зарабатываем полностью. Корректирующая жидкость. Обычная практика. Да? Да. В течение какого-то времени мы дорабатываем материал, протоколы. Здесь ничего особенного нет. Если вы юрист, то кто-то... Это обычная практика, не пишешь. Вы это знаете. А дело сейчас у вас находится? Нет. А где? В суде. То есть туда отправили? Да, туда отправили. Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, а на работу вы тоже сами себя приняли? Я, конечно, сам. Понимаете, вот сам. И сам, когда захочу, тогда и уволюсь. И сам поступал сюда, понимаете? Я свободный человек, что хочу, то я делаю. Значок сами себе изготовили? Значок сами себе изготовили? Да, сам вытащил. Сам изготовил, сам вытащил. Классно. Так вам надо эту мастерскую куда-нибудь? А вы брюки сами себе шили? А? Брюки сами себе шили? Нет, мне подарили. Ну вот, а мне дали. Что значит дальше?
Выдали? Выдали, да. Замечательно. Можно в штанах на работу ходить. Ну, вам тоже можно ходить, можно без штанов. Я же вам говорил, я не работаю 6 лет и не собираюсь. Протокол имеет исправление, внесенные корректирующей жидкостью. Это есть все, потом на суде будет рассказывать. В том числе в дате составления протокола. Да, это есть, конечно, есть. Все, в поле, и в указании статьи, по которой привлекается. То есть вы еще и статью перекорректировали. Статью, дату. Что является недопустимым? Судья написал. Вот судья написал. Помина. Ну мы исправили, пожалуйста, вы же пойдем, исправили все. Так это же недопустимо. Недопустимо, но исправление-то можно делать. Как-то можно. Все люди исправления делают, ничего страшного. Что так делается? Ошибки там выпускают. Можно допускать, конечно, не паспорт. Ну вы понимаете, что протокол составляет. Ничего страшного, протокол. Ничего страшного. Да? Хоть 10 раз, да. Но он же на... время дается. Он же на месте составляется. Его не на месте, оно составляется в течение 3 дней, 2 дней, пожалуйста. Хоть где. Ну а сейчас хоть вы что? Сейчас по сообщениям средств массовой информации, по сообщениям граждан, по сообщениям, любым сообщением могу составить протокол. А что, вы не знали, какую дату писать или этот, статью? Все, вопрос еще. А? Все, мне некогда. Вам некогда? Вы заняты? Я занят. Вы ходите туда-сюда по коридору, и вы заняты? Занят. В суде встретимся. Важное дело. В суде? Да. Придете? Конечно. Куда мне? От вас. Пока судимся с вами, я с вами. Да? О, замечательно. А мы-то как рады. Хоть один приступ с нами. Мне надо дело хоть оформить. Не вам. Мне надо с вами. А нам? Мне. Нам с вами надо делать. Я могу сказать, что я человек, а не такой. Да ведь дело обязательно. Вы пристав. Вы не человек. Чтобы у вас появилось желание. Человек. Мне вот надо с вами до конца дела довести, а там видно будет. Вы человек. Человеком вы станете, когда вы вот эту форму снимете. Решу вопрос. А как вы решите? Все собой. Идите. Если вы... Какие-то вопросы еще есть, сидите, решайте. Нет, ну а что вы хотите с собой решить? Я думал, суд решает, а... Суд решит. Я и говорю, что суд. Нет, так встретимся. Вы сказали, вы решите. Где встретимся? Вы как решили? Да, конечно. Я вас жду в суде. Я думал, суд так решил, оказывается, вы решите. Вот, ну что, Антон, думаешь, что вы... Проходите. Вы можете записывать, опять, да? Записывайте. Проходите, проходите. Куда записываться? Ну вы же телефон-то не зря держите, записываете, вы же все записываете. Вы же хорошие люди. Вы что надо, вы оставите, что не надо, выдержите. Все правильно. Хотите, тоже записывайте. Все, пожалуйста. Хотите, прямой эфир включу. Чтоб по-честному. Без монтажа. Нет? Все, еще какие-то вопросы? Нет. Ну все. Наручники-то вернули вам? Или потратили уже на кого-то? Счастливо оставаться. А это не вам решать. Михаил Леонидович, вы хотите продолжить разговор? Я не с вами разговариваю. А с кем? Вот, с молодым человеком. А, я думал, со мной. Нет. Вы ушли уже, до свидания. А что вы в спину постоянно говорите-то? Ну, вы же понимаете, вы бомбый человек. Что? Вот опять в спину говорите. Вы бомбый человек, вы все снимаете. Как вы сказали, подлый? Ну, сейчас со спины делаете. Что? Со спины? Это как? Извините, а вы начальник судебных приставов? Это ваш подчиненный? Извините, это ваш подчиненный? Да, что? А вы можете как-то на него... Я могу выключить телефон. А с чего взяли, что он включен? Да, я вижу. Видите? Забрать что? Сейчас заберу. Вы мне угрожаете? Выключите телефон, пожалуйста.
Вы не... Выключи телефон. На каком основании? На каком? Что происходит вообще? Просто так лежит телефон. И нельзя ему лежать-то. Просто так. Что ж всех так телефон-то будет? Пугает. Не боятся его смертельно. Мы-то не боимся, я-то вообще не боюсь. А что вы тогда? Почему можете снимать? А что вы такая реакция на телефоны? А что вы требуете выключить? Вы снимаете, да? Михаил Леонидович, вы не хотите извиниться за свои слова? Нет. Что я подлый? Нет. Нет? Нет. А вы не считаете это оскорблением? Нет, я не считаю это оскорблением. Я вас не оскорблял. А зачем вы меня склоняете? Я же вас не склонял. Я вас вообще вас не видел. Но вы меня назвали подлым. Я не вас еще называл подлым. А кого? Вот мы с разговаривали. С кем? С молодым человеком. А, вы молодого человека обозвали подлым? Это в вашу сторону было указано. А, вы это в его адрес, да, сказали? Да. А, тогда все, претензий нет. Пойдем. Вы только не забудьте молодому человеку пояснить, да, конечно, что в его адрес было пояснить. Сказано, а не нам в спину, как всегда. Всего хорошего. Что вообще произошло? Где-то спустя больше, чем неделю, на почту каждому из нас пришло вот такое определение от 6 июня, что в отношении каждого из нас пытались... составить протокол по статье 17.8, и судья, ввиду того, что протоколы были скорректированы корректирующей жидкостью по дате и по части статьи, то есть Бибанаев составил не той датой, не по той статье, потом скорректировал и подал заново. И получается, судья Фомина поступила правильно, вернула на устранение допущенных недостатков, возвратила протокол. Вот мы приходили туда же, на Вайнера 9А, ознакомиться с материалами дела. Ну вот, Бибанаев выдал все секреты, говорит, материалы снова поданы в суд. И что дальше? Узнали, что новый протокол готов уже 3 июня, типа в тот же день составлен. Вот тут он типа разъясняет все права, пишет, что с правами, обязанностями ознакомлен вслух в присутствии свидетелей. Ну вот это ручкой написано, да? Обратите внимание, как протокол скреплен. Трижды, по-моему, перепробит. Раз, два, три, ну может быть четыре раза перепробили. Что они тут пишут? Указывают якобы свидетели. Я звонил по этим телефонам, не смог дозвониться до людей. Вот это домашний телефон, вот это сотовый. Обратите внимание, что вот это ручкой написано, а вот это от ксерокопировано. Прям четко видно, что это ксерокопия. Вот это тоже ручкой написано, а вот это ксерокопия. Он даже вот в эту графу не смог попасть. Видать, спешил очень сильно. Или может опять руки тряслись, не знаю. От объяснений отказался и сам же расписался. То есть свидетели нарушения есть, а свидетели, что он отказался, нету. И свидетели, что он был ознакомлен с правами и обязанностями, тоже нету. Ну, видать, опять будут это все жидкостью, вот полностью все это замазывать и заново подавать. Как было озвучено. И вот это, наверное, тоже все жидкостью будут замазывать. В общем, вот такие дела. Готовим заявление по уголовной статье подделка документов в отношении Бибанаева. Посмотрим, понравится ли это его начальству. И примут ли они это после этого какое-нибудь решение. Потому что подставы со стороны Бибанаева, именно своих коллег, все становится все чаще и чаще. Следите за новостями. Сургутнадзор ВКонтакте и на Ютубе. Будет интересно.
Следующий суд у нас 2 июля. У меня.